Информационная служба телерадиокомпании «Гомель» протягивает свою работу в эфиры. У студии працюет Наталья Игнатенко. Добрый день. Глядите в этом выпуску. Гомельская область перевыконала задание по створению новых рабочих мест. 17 снежня у Гомеля откроется выстава «Кирмаш. Новогодний калейдоскоп». Юная прихожуня с Кармы Софья Старовойтова стала переможцей дитячего конкурса «Мини-мисс Интербриллиант». А зараз об гэтым и іншым больш подрабязна. Амаль 5000 новых рабочих мест створана сёлета у Гомельской области. Гэта на 1400 больш, чым планавалася. У целым по Беларуси задание так само перавыканана 54 тысячи замест 50. Досягнуць такого показчика было непросто, але задача на 2017 яшчэ больш складаная. Только у нашем регионе треба будет засновать еще 7 тысяч новых рабочих мест. Сярод предприемств, которые по выниках этого года с заданием справились наибольш поспяхова, Сантекс и Мазырские нафтоперапрацоўчы заводы, фабрики «Спартак» и «Добружская паперовая», товариство «Мультипак». Дарэчы, зараз на Гомельшчыне официально беспрацоўных каля 6 тысяч человек. Усяго с початку года за допомогой у працаўладкавання звернулися каля 40 тысяч жыхароў региона. Зараз усе организации, где з'являются вакансии, повинны рабіць запыты во управление по праце занятости и социальной обороне и брать у штат и тых, кто стоит на улику и мае подыходзячую специальность. Зрабіць гэта трэба не больше, чем праз 5 дзён с моманту з'яўлення свободного рабочего места. Вакансии, если она есть, она должна сразу же заявляться в службу занятости. У нас должен быть равный доступ для всех. И работников, которые работают на предприятии, и безработных, ну и различных категорий граждан. У выніку мероприемства по наведению парадку на земле в этом году на Гомельщине у севообороту тягнуто каля 10 тысяч гектаров земли. Еще каля 2 тысяч передадены у лясный фонд. С уликом средней урожайности на этих площах можно отримать каля 30 тысяч тонн збожжа, что супраунально с годовым сбором зерня у одним невеликим районе. Сельскохозяйственная арифметика у материале Олега Сенцерова. То мороз, то отлига, снежень этого года вызначается неустойливым надворьем, а тому, пока не наступили мощные морозы, еще есть возможность завершить все запланированные работы по наведению парадку на земле. У сельгаспредприемствах кажут, что работы по доброму парадку не можно проводить, пока температура поветра на протяглый час не установится на узровне ниже минус 10 градусов. В Будокашалевском районе в этом году намагания сконцентровали на двух накерунках. Зносе нежилых домов и рекультивации былых присядибных участков, а так само корчевание садов. Некогда район занимался виноробством, теперь старые древы только занимают площу. Меж тем, эти земли могут приносить господаркам недренные прибытки. Учитывая то, что сегодня мы вовлекаем ту землю там, где были приусадебные участки, где были многолетние насаждения сады, то есть самая плодородная земля. Надеемся, что она быстрее заработает и окупится выходом продукции растениеводства. У опошний час головный накерунок у сельгасвытворчасці Будокашалёвскага района мясомолочный. Вырошиванием городины теперь занимаются основным фермеры. Татьяна Романенко уласную справу починала с 36 гектаров. Теперь площа ее господарки у 4 раза больше. У этом годе она повеличилась еще на 20 гектаров за кошт территории былого колгасного сада, что в свою чергу мае на увазе повеличение объема продукции, якая будет пропонована насельництву. Здесь стоял старый заброшенный сад. Мы этот сад забрали, своими силами, средствами выкорчевали, увели в севооборот. И теперь там очень хорошая пахотная земля. А прича того, с допомогой фермера, керавництво сельсовета меркуя провести работы по наведению парадку у вёсцы Дубовица. После года тому тут проживало больше 300 человек. На початку 2000-х каля 40, зараз усяго 24. Допомога приватного бизнесу у наведении парадку при такой нешматликости местного населенства не перешкодить. Выделяли деньги, мы сносили дома, но не занимались рекультивацией земель, то есть благоустройством территории. И вот такие три территории она взяла, она сделала благоустройство. Хоть только сельгас вытворчасцю, тема добраупарадкавання у районе не обмяжовывается. Озеро у вёсцы Дубовица хоть и займает достаточно значную площу, але назвы не мае и покрыху заболочивается. Местовые улады кажуть об жаданні не допустить знищения водоема и шукают спонсора, які б привел его у парадок. Коли все отримается, на им можно будет организовать недренный отпочинок. Олег Сентеров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Будокашалёвский район.
17 снежня у Гомеля открыется выстава «Кірмаш. Новогодний калейдоскоп». Свою продукцию представят белорусские предприемства и народные умельцы. У Лядовым палаце разместятся новогодние упрыгажения и цацки, карнавальные костюмы, вечерние уборы для святов, подарунки, сувениры, парфюмерия и косметика. Так само у наведвальников будет магчимость набыть все необходимое для святочного стола. Мясные и молочные продукты, хлебобулочные и кондитерские выробы, мед и продукты пчелярства. Жыхарам и гостям города Надсожым кірмаш подарит выдатную магчимость набыть продукцию до святов по ценах вытворцев. Привлекаем разные предприятия. Естественно, мы делаем акцент на то, чтобы это были такие товары, которые могут быть полезны и вкусные к Новому году. Естественно, поработали с ремесленниками. У нас тоже будут представлены ремесленники. И для детей мы хотим, чтобы это был элемент праздника. У нас будет елочка, у нас будет Дед Мороз, у нас будут такие своеобразные конкурсы, какие-то мы предложим детям, так, чтобы им тоже было интересно на нашей выставке. Юная прихожуня с Кармы Софья Старовойтова стала переможцей дитячого конкурса «Мини-мисс Интербриллиант». Самые талановитые и модные девчонки из усяго свету все лето споборничали у Чехии. С уладальницей гран-при познакомилась Ганна Корольчук. Конкурс «Mini Miss Inter Brilliant World» проходит у передколядный период у Европе и является часткой международного детского фестиваля «Скарб нации». Все лето мероприемство проходило у Чехии. У им примала удел 21 юная модель. Наша Соня Старовойтова не только отримала гран-при, але и стала лепшей в номинациях «Колядный анел» и «Талент». Переможца привезла с собой корону ручной працы с чешского кришталю, узнагородную стужку и именные дипломы. Мне вручили 3 короны. Мне дали корону от директора моды в Чехии. Она не такая большая, шикарная. Там была очень дружная атмосфера, все дружили, все общались, было очень интересно. Никаких как бы таких конкуренции не было. Софья отримала право представлять нашу краину у Чехии после кастингу и перемоги на фотоконкурсе в Беларуси. До своего выступления девчонка рыхтовалася долго и упарта. У конкурсанток было 7 выходов, и на каждый распрацовывался свой уникальный образ. Дизайн уборов придумывали у Гомеля, причем сама Софья принимала активный удел. Мама, соответственно, занималась костюмами, дочь принимала активное участие, главное участие, разрабатывала дизайн, шили в Гомеле, здесь ездили на примерки, это все в течение месяца, покупали ткани, заказывали с Минска, потому что, ну, все серьезно, серьезный конкурс, все детки были абсолютно подготовлены, у всех были разные интересные наряды, ну, вот наши, получается, были самые, видимо, интересные, понравились им, пришлись по вкусу. Допомагали Софье рыхтоваться и у модельном агентстве, где девчонка занимается уже 3 года. Ставили дефиле для каждого выхода по европейских стандартах, а наставник по вокале рыхтовала творчий номер – песню на белорусской мове, за якую Софья отримала особный диплом. Як отзначают выкладчики, юная модель – одна из самых активных у школе. Постоянно принимая удел у конкурсах и телепроектах, сирот яких и юная телезорка, организованная телерадиокомпанией «Гомель» и управлением эдукации. Софья такая девочка-модель с опытом уже большим, колоссальным, с самого детства. Софья очень артистичная, она и поет, и танцует. И, в принципе, вот эти все свои навыки, не только навыки дефиле, но и творческие свои вот эти способности, она показывала на конкурсе в Чехии. Ганна Корольчук, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». Персональная выстава гомельского мастака Сергея Радченки працуе у картинной галереи Ващенки. Яркие и экспрессивные пейзажи и натюрморты, собранную экспозицию под назвой «Обудженне». Сергей Радченко – уладальник гран-при конкурсу профессийного майстерства сирот молодых мастаков у Минску, стипендиат специального фонду президента Республики Беларусь. Яго творы добра вядомыя мінскім і маскоўскім аматарам мастацтва. Работы мастака ёсць у калекцыях такіх дзеячаў культуры, як Святлана Дружыніна, Георгій Данелія, Эдуард Тополь. На выставе ў Гомелі прадстаўлены карціны, выкананыя на працягу апошняга года. Іх адрозніваюць яркасць фарбаў, смеласць і экспрэсія. Размова об перспективах развития кинопроката пойдет сегодня в черговой программе «Диалог». Гостем студии станет генеральный директор коммунального унитарного предприемства «Гомель киновидеопрокат» Александр Лауриненко. Программа выйдет в эфир на телеканале «Беларусь-3» в 19:20. Онлайн-трансляция доступна на сайте tvrgomel.by. Свои пытания вы можете адресовать гостю программы по номеру телефона прямого эфира у Гомеля 77 68 45.
Гэты, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. І на гэтым выпуск завершаны. Усяго вам самага добрага і да новых сустрэч у эфіры.